Приветствую всех жителей и гостей канала Hard City. У микрофона снова Андрей, и мы с вами продолжаем проходить игру Fallout 4 на максимальном уровне сложности в режиме выживания. Мы с вами находимся в Diamond City. И зачем мы сюда пришли? Ну, собственно, как вы видите, я уже в силовой броне. И некий план у меня уже появился. Для начала мы дадим Нюка-Колу этому бомжу. А у нас ее нет, да? Собственно. Блять, гениальный план. Гениальный просто. Начать запись и не иметь в кармане Нюка-Колы. Собственно, план мой заключается в том, что зачем быть самому сильным, если можно, блять, иметь очень сильного напарника. Поэтому наша прокачка, по сути, особого влияния не имеет. Нам главное жить. Что нам помогает жить? Помогает жить силовая броня. Но если уж нам и придется... Какое-то лицо странное. На Кеннеди похож. Собственно, если нам и придется воевать, то я уже закупился патронами. И у нас два оружия с вами будет. Это первое, естественно, атомное правосудие. Всеми любимое. И второе... Это забыл уже, как называется. Переделанный аппарат, который мы получили. Мне сразу начнут писать в комментариях, а почему не радиевый карабин Килотонна, который почти точно такой же, но имеет еще взрывные пули. Отвечу сразу. Я не хочу умирать, блять, и постоянно лечиться. Я ходил с взрывным Томми Ганом, забыл, как он уже называется. В общем, это ад. Играть с ним невозможно, поэтому взрывное оружие не мое. Вот есть отличный переделанный аппарат, который стреляет и обычными пулями, и наносит урон радиации, который, естественно, проходит у всех. А если кто-то будет вблизи, то, соответственно, атомное правосудие. Все идеально, все хорошо. Но наши дальнейшие планы — это DLC Автоматрон. Как только мы закончим прокачивать отношения с Престоном Гарви, мы пойдем в DLC Автоматрон. Так. Нюка-колу даем, Престону это понравится. Собственно, из-за этого мы сюда и пришли. Отдать ядер-колу. Вот, держи. Ты подумай, какая вежливость. Престону это понравилось. Отлично. О, спасибо, спасибо. Престон в восторге. Отлично, Престон, что ты в восторге. Шеффилд, не хочешь на меня поработать? Правда? Ты серьезно? Да, конечно. Давай в Сычуари, короче. А там потом разберемся. Ладно, я сделаю это. Отлично, молодец, он это сделает. А мы тем временем с вами отправляемся на выполнение квеста. Квеста теплица Гринтоп зеленокожая. Поговорить с жителями. То есть будем дальше помогать бомжам. Да, не особо интересные квесты. Да, не особо приятно их даже проходить. Но подружиться с Престоном Гарви нам просто необходимо. Ничего не поделаешь. Путешествовать, естественно, мы будем с вами на винтокрыле. Потому что, как иначе-то, вам всем нравится путешествие на винтокрыле. Поэтому в очередной раз посмотрим на чудесные виды содружества с высоты винтокрыла. Почему нет? Мне на самом деле было просто немного лень идти в Парк-Харбор, чтобы... покупать просто этот радиевый карабин Килотонна. Да, и как я сказал, я не особо дружу с взрывным оружием, потому что противники довольно часто подбираются близко, можно забыть про это, можно кого-то зацепить, какого-то нейтрального персонажа. Мы уже подлетели, это не совсем то место, которое нам было необходимо, но мы и здесь тоже возьмем задание. Для того, чтобы помочь этим бесполезным и бессмысленным поселенцам. Кто здесь за смотрящего? Выйдите ко мне. Ты? Садовый стул. Ты садовый стул? Или ты садовый стул? Кто из вас главный? Не понимаю. Опять перестрелка, как обычно. Ничего нового. Содружество никогда не меняется. Рабочие? Чувствую себя как дома. Но я хотел, блин, с вашим главным пообщаться. Как мне его найти вообще? Смотрящий дома, а если найду? Где-нибудь топораж сидит. С фингалом, нет?
Блин, ну что-то не вижу как-то. Не вижу и все. А задание интересно. А вот. Ты, наверное, да? Привет. Ой, извини. Прости, прости, я не специально тебя игнорировал, просто опять заработался. Блять, я думал специально. Что скажешь? Неплохо, а? Ты о чем вообще? Что неплохо? Билд, ну такое. Да, неплохо, очень неплохо. Тебя тоже такие штуки понравились? Это оригинальный Робокони Лютик, особое издание 2076 года выпуска, лучшая игрушка до военной эпохи. Жалко, конечно, у меня нет нужных деталей, чтобы починить этого малыша. Я случаем нет при себе ящика запчастей. Да, блять, с собой, конечно, таскаю. В смысле, да, у меня нет. Ну, конечно, нет, но... Пожалуй, я знаю, где можно поискать детали. Не самая интересная работенка, но я готов заплатить. Как тебе такая идея? Я скажу хорошо, может быть, это понравится Престону, но мы этого делать не будем. Ну, а Престону это и не понравилось. Он просто проигнорировал. Не стану лгать, это на другом конце содружества и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ты не хочешь мне дать какую-нибудь работу для того, чтобы ваше поселение начало жить безопасно? Никто не хочет, да? Даже ты? Садовый стук. А нет, Уайс. Добро пожаловать в Патагонку. Здесь у нас единственное смоленичное болото во всем Содружестве. Как тебе у нас? Впечатляет. Сделали смоленичное болото из старого бассейна. Умно. Благодарю за такие слова. Я никогда раньше ничего подобного не видел. Решил, что тут просто необходимо обосноваться. Как видишь, здесь работают только гули. Когда-то я жил в Даймонд-Сити, пока этот драный мэр не выгнал из города всех гулей. Я решил, что у нас, гулей, должно быть такое место, где нам всегда рады. Вот я и основал эту ферму. Есть еще добрососедство, если что. Хорошо поработал. Начало положено неплохое, я горжусь всем, чего нам удалось добиться, и все же мы способны на больше. Что если это место станет не просто убежищем для гулей, которым нигде не рады? Что если оно станет примером того, на что мы способны, когда работаем сообща? Мы хотим, чтобы все приезжали сюда с радостью, с улыбкой, зная, что здесь они получат отличный товар по выгодной цене. Быть может, люди начнут смотреть на нас иначе, быть может, они поймут, что мы не монстры. Отличная мысль. Да, благодарю. Осмотрись, познакомься со всеми. Дейра всегда готова обменять припасы на крышке. Хули, нужны рабочие руки, нужно будет смотреть. Это было с тобой. Я думал, ты мне квест какую-то дашь, что, серьезно? На Патагонке не должно быть квестов этих. Помощь поселенцев. Мне казалось, что он есть. Я был практически уверен в этом. Не знаю. Либо что-то изменилось, либо я что-то неправильно помню. Но, опять-таки, давно я играл. Когда это было? Давным-давно вообще. 300 лет назад. 200, вернее, 200. 200 лет я в морозильнике провел. Как тот Говард. Так, с черными дутнями. В принципе, патроны тратить не будет. Расправимся молотком. Молотком. Да. А можно ударить? Интересно. Ну, просто так, по приколу. Чтоб Вац не боговался. Угу. Хорошо, отлично. Кстати, батарейка-то уже почти все. Надо срочно поменять. И сэкономить немножечко, чтобы потом продать можно было. 1% батарейку, как 100%. Это такая бизнес-схема. Как я уже раньше рассказывал, берите на заметку. Если кто вдруг пользуется силовой броней. Или будет пользоваться. Или собирается воспользоваться. Так, значит, тогда поможем этим поселенцам, раз гули там самостоятельные такие. Но я сразу спойлерю, мы ни хрена не будем помогать находить детали для игрушек. Ну, серьезно. Мы и так уже, по-моему, много серий только и делаем, что помогаем нищим и конченым. Хочется нормальных заданий. Привет, слушай, у нас беда, ты нам не поможешь. Я отменит Мэнов, конечно.
Все эти чертовы зеленокожие супермутанты, когда они нападают, нам остается лишь убегать или прятаться. Они забирают все съестные припасы, а все остальное уничтожают. И если бы им хоть раз удалось застать нас врасплох, мы бы уже все были покойниками. Так жить больше нельзя, пожалуйста, помоги нам. Я с ними разберусь без проблем. Хорошо бы. Мы уже не знали, что делать. Престон в восторге. Престон, ты по-прежнему не хочешь со мной поговорить? Сказать, что ты, блядь, мой лучший друг, не? Понятно. Как хочешь. Ну и не надо. Ну и не сильно-то хотелось. Пойдемте уничтожать супермутантов. В принципе, никаких проблем, я думаю, возникнуть не должно, даже несмотря на то, что сейвы у нас были давно. Ха! В прошлый раз, когда я такое говорил, я сгорел просто. И сделал огромную паузу в записи серии. Так. Карабин-молоток. Разведчик. Хорошо, продолжаем пользоваться ватсом так же, как и с ножом. То есть за 3 километра нас не видят, но мы каким-то магическим образом всех убиваем. Главное, что это работает. Кто там есть? Босс, супермутант, громила, разведчик, громила. Не думаю, что... нам здесь понадобится пользоваться карабином. Тем более молоток поэффективнее. Карабин вообще, собственно, я взял, знаете, на тот случай, если кто-то будет далеко по нам стрелять. Где-нибудь с крыши. Или что-то подобное. А так, в принципе, и молотком можно помахать. Подкрадемся за... они нас не заметят и не услышат никогда в жизни. Блять, услышали. Получается, напиздел. Сори. Ну, силовая броня просто слишком шумит, поэтому... Опа, ты где? Там? Или ты тут? А, ты тут. Ты не там, ты тут. Ну, по сути, все. По сути, мы уже разобрались. Задание как бы выполнено. Локацию мы зачистили. Подбирать там патроны и прочий шлак пока что. Желания нет. А, нет, не все еще. Вот еще один. Вот теперь все, да? Да. Теплица Гринтоп сообщит жителям об успехе. Пойдемте сообщим. А что, они, наверное, рады. Сидят, ждут только, когда мы вернемся и расскажем о том, как ловко мы, махая молотком, поубивали всех супермутантов. Вот здесь я действительно поверю, что это угроза. Они, блин, буквально через дорогу. Очень близко. Вот здесь правдоподобно. До этого в подобных заданиях это оказалось чушью полной. Поселенец. Поселенец. Супермутанты нас больше не побеспокоят. Хорошо, что мы к тебе обратились. Спасибо тебе. Кстати говоря, мы приняли решение присоединиться к Минитменам. Надо помогать друг другу, только так мы сможем изменить мир к лучшему. Да. Престон. Что еще? Наши разведчики нашли подходящее место для строительства поселения. Как зачистишь это место, поставь радиомаячок, чтобы оповестить поселенцев. Глядишь, скоро посреди безлюдной пустыни возникнет новая ферма. Бла-б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 ла. Коттедж на берегу вернуть... что-то там. Но ему больше нравится именно непосредственно помощь. Поэтому. Что у нас есть еще? Где мы сможем показать ему, насколько мы хорошие люди? Даже не знаю. Спанси коттедж на... ну ладно, давайте коттедж на берегу, хорошо. Далеко он вообще, нет? Коттедж-то. Да не, в принципе, рядом. Можно и пешком пройтись, по сути. Ну, а давайте пройдемся. Чё нет? Тут недалеко. Может быть, что-нибудь интересное по дороге увидим. Может, коготь смерти какой вылезет. Или Рад Скорпион. Легендарный. Что-нибудь вот такое прям. Здоровье восстановили едой.
Но скоро уже надо будет чисто стимуляторами пользоваться. Нужно бы понемногу поднимать и здоровье, выносливость качать. Что там такое мне показалось? Не, там что-то летает. Или ходит. Штурматрон-захватчик. Сейчас взорвется. Ну, должен. Но в любом случае, они то взрываются, то не взрываются. Короче. Странные они, в общем, эти штурматроны. Так, это что там вообще такое? Легендарный светящийся дутень. Ну, он и мерзкий, конечно. Ладно. Под дутнем неудобно попадать. Поэтому будем их убивать на удар. Все? Блин, найти останки легендарного, посмотреть, мало ли, а что, а вдруг там что-нибудь хорошее в нем. Ну, здесь только... А, это вообще таркан. И гнус. Как же они меня убивали когда-то. Мерзкий сволочь. Гнусы, я все помню. Это за всю боль вам. Такого они точно не ожидали. Что я приду в силовой броне. И с молотком. А еще они такого не могли ожидать, потому что они гнусы. И они в принципе ничего не ожидают. Они хотят только жрать. Чертовы насекомые. Жаль, на самом деле. Мне казалось, что тут есть квест. В этой теплице с гулями. На патагонке, вернее. Я почему-то думал, что есть. А, вот здесь, вот недалеко, кстати, есть. Вот здесь. Подождем. Тут на коттедж не пойдем. Ты кто? Рабочий. А ты что тут делаешь? Гуль рабочий, что-то вообще хрен знает где делает. Здесь же недалеко должно быть поселение. Или нет? Ну, мне кажется, что да. Ну, давайте пройдемся в любом случае. Почему нет? Может быть, наткнемся на какое-нибудь поселение. Мне кажется, что точно должно быть. Вот этот завод. Потом там дальше есть небольшое поселение, прям рядом с заводом. Там тоже на заводе рейдеры, а поселенцев они, так сказать, доят. На продукты и крышки. Как это обычно и бывает в содружестве. Так, да, вон это поселение, вижу, все правильно. Сейчас возьмем, значит, это задание. Престону такое нравится. Он просто в восторге от подобного контента. В отличие от меня и в отличие от вас. Ферма Финча. Так, Финч. Ты Финч. Ты пукалку-то убери. Ты видишь, что у меня есть? Эй, ты. Извини, я подумал, ты из этих маньяков кованых. Но на тебе нет ожогов. А как ты это понял? Я в силовой. Эти бандиты заняли старый металлургический завод, и они стреляют без предупреждения. Ну, спасибо, что предупредил. По крайней мере, избавлю тебя от неприятного сюрприза. Мой дрянный сынок Джейк однажды ночью убежал, решил присоединиться к ним. И забрал меч, который принадлежал моему деду. Это практически фамильная реликвия. Безумная просьба, конечно, но не желаешь ли сходить туда и отобрать у них мой меч? Я могу заплатить, если что. Я найду его. Ты оказываешь мне большую услугу, я тебе обязательно отплачу тем же. Чё, Престон мне прям ничего не скажет? Чё, вообще? Я людям хочу помочь, а ты меня игнорируешь. Почему так, а? Я же хотел помочь всего лишь, а он берет и игнорирует. Ладно, давайте попробуем все-таки с коваными поразвлекаться. Но они жесткие прям. Они прям очень жесткие. Поэтому я, наверное, передумал. Я что-то вспомнил, насколько они жесткие. Я, наверное, пожалуй, перенесу это на когда-нибудь попозже.
Задание взяли и взяли, в принципе. О, привет. Белая дворняга. Еще есть? Легендарная светящаяся дворняга. Что у тебя было? Понятно. Мусор. О, еще белые. Вот собачатинку с белой я возьму. Еще мяско. Хорошо. Так. Ну идем, значит, будем зачищать, делать эти дурацкие квесты Престона. Что полсерии я уже рассуждаю про то, насколько они дурацкие. Ну тут ничего не поделаешь, но они просто вот, ну, вызывают такие эмоции. Что с этим поделаешь? Да и сам Престон, собственно, такие же эмоции вызывает. Если у кого на этот счет другое мнение, напишите в комментариях и обязательно обоснуйте, почему. Если вдруг вы думаете иначе и считаете Престона таким классным вообще, а Минитменов лучшими из лучших просто. Только обязательно обосновывайте это. Вдруг тогда и я поменяю свое мнение на этот счет и буду просто в восторге от того, что мы ходим с Престоном и что мы помогаем поселенцам. Прям с улыбкой на лице буду, знаете. Ой, классно, блин, как мечтал сходить помочь каким-нибудь бесполезным поселенцам, которые не в состоянии посадить тошку и помыть спальник от навоза собственного. Потому что они не знают, как снимать штаны. Светящиеся гнусы стали нашими противниками. Так, подожди-ка. Вот так, хорошо. Уровень еще повысили. Харизма у нас 9 из 10. Но я думаю, нам нужно как-то понемножечку, помаленечку начинать качать вот такие вот перки по типу оружейника и так далее. Да, давайте так и поступим. Чтобы... А, подождите, там модификация брони, оружейник, модификация брони. Оружейник, модификация брони. Ладно. А это оружие ближнего боя. Не понял. А где перк? Тогда на оружие. А, фанатик оружия. Логично. Логично. Я не знаю, что прокачать. Пока оставим. Этот перк нам еще понадобится. Я не знаю, что нам нужно. Я его пока оставлю. Пусть висит. Накопим их 50 штук, потом прокачаем. Спойлер. Мы не накопим, наверное, и двух, как я вкину перк. Так, что тут в домике-то? Кто живет? От кого зачистить надо? От гулей, небось? Не, рейдеры. Вечер в хату, молодежь. О, у тебя тут у самого веселья хватает, да, братишка? А еще я забыл, что черепушку тебе проломил. Это все? Я шел сюда ради того, чтобы убить одного болотника и рейдера, у которого и так были такие неприятности, что он, скорее всего, бы даже не выжил. Блин, ну, классные квесты такие, мне так нравятся. Так, давайте маяк построим, значит, да, нам надо. Не знаю, кто здесь жить будет. Я подказался, наверное, пожалуй. 101 крышка, отлично. Престон, иди сюда, я сдам тебе квест. Да, хватит от меня ходить. Стой. Говорить. Я отмечу место на твоей карте. Нам нужно набрать как можно больше сторонников. Значит, постараюсь не оплошать. Ну уж постараюсь, сэр. Да, сэр. Я генерал, подчиняюсь вам, сэр. Надеюсь, вы мной довольны, сэр. Саммервилл Плейс. Дикие гули. Поговорить с жителями. Где это вообще находится? А поближе ничего нет вообще? Прям. Давайте тогда уже беспокойные воды возьмем. И такси, пожалуйста. На Дубровку. Организуйте.
Винтокрыл вылетел к вам, отлично. Ну вот, собственно, и этот самый Грей Гарден, где всем заправляют робот. Управляющий УАП. Управляющая Уайт. Добро пожаловать в Грей Гарден, дорогуша. Это первый и единственный в содружестве гидропонный сад, обслуживаемый исключительно роботами. Изобретательно. Неплохая идея, вы наверняка можете работать круглосуточно. Первый раз такое вижу. Ну конечно, дорогуша, наша уникальная иерархия – залог непрерывной работы. Видите ли, тут есть роботы двух типов. Рабочий занимается физическим трудом и техобслуживанием, а мы, управляющие, то есть я, Грин и Браун, обладаем сложными когнитивными процессорами. Мы способны на комплексный анализ и принятие решений, за что следует благодарить нашего создателя, доктора Эдварда Грея. Он прав. Если он сумел создать такую систему, он, несомненно, гений. Прекрасно сказано, дорогуша. Роботы и искусственный интеллект – таковы были две большие страсти нашего создателя. С ними могла соперничать разве что его любовь к телевидению. Думаю, вы заметили, как и прочие управляющие, я личность. Куда у нас разговор-то зашел? Куда? Нечто уникальное. Но ты определенно что-то с чем-то, это трудно не заметить. Я сочту это за комплимент, дорогуша. В конце концов, ни одна женщина не хочет прослыть заурядной. Ну вот что, если вам понадобится припас, поговорите с Грином. Если же нужны крышки, у Брауна может найтись работа. А я хотела еще кое-что сказать, точнее спросить. Скажите мне, дорогуша, как тебе здешняя вода? Дрянь. В самом деле, да? Напор упал, радиационный фон усилился, да это практически яд. Только представь, что она делает с моей кожей. Кожей? У тебя нет кожи. Так не годится, не хочу тебе навязываться, дорогуша, но ты нам случаем не поможешь. Да. Чудесно, просто чудесно. Большую часть воды мы получаем со старой станции Уэстоне, это к югу отсюда. Такое убожество. Будь паинькой, нанеси им визит, хорошо? Может, приберешься там, наверняка там сплошная грязь. Если она снова заработает, я непременно придумаю, как тебя отблагодарить. Нет, ну секс с роботом у нас был уже, а Престон в восторге. Ну ладно. По крайней мере, Престон в восторге. Хотя бы от этого. Ой, ну пойдемте. Пойдемте навестим. Надеюсь, мы там внутри не откиснем и не умрем. Там снаружи огромное количество супермутантов, а внутри болотники. Главное действовать аккуратно, а не так, как я. Тогда все будет отлично. Меня просто, знаете ли, ну, немножко угнетают все вот эти вот такие задания. От этого мне как-то даже не по себе становится. От подобных заданий и их выполнения. Хочется как можно скорее уже приступить к DLC Автоматрон и так далее. А меня что, еще не видят, что ли? А, видят, ну что, игнорируют или как? Понимаю. Ладно, не игнорируют. О, камикадзе. Ну нет. Ну нет. Да нет! Нет! Я не знал, что делать. Я решил, что это будет лучшая идея. И я не ошибся. На этот раз. У них тут и ракетницы, и камикадзе, и чего у них здесь только нет. Я не знаю, кто меня сдвинул. А, гончая мутант. Но это хорошо, она меня засейвила просто. Я бы, скорее всего, погиб. Так, я слышу винтокрылы. Они бегут мне на помощь? Летят, вернее, нет? Я угадал? Я угадал! Братишки! Братишки пришли помочь нам! Вот это вот уважение просто заслуживает. Вот только за это и стоит, я думаю, уважать братство Стали. Они реально... Ну, так совпадает просто, что они... Получается, что приходят на помощь. Достойно уважения. Лучше бы, конечно, было бы, если бы это была не винтовка, а автомат. Но выбирать не приходится.
Послушник братства даже высадился, десантировался. Эй, десантура, как дела? Там застрял? Все нормально у тебя? А они как? Наоборот, пришли или ушли отсюда? Не понял. Что-то пустой. Залезть можно? Нельзя. Старший скриптор? Ты пример для нас всех, рыцарь. Мы гордимся тобой. Ой, ну перестаньте. Послушай. По мне, так собрать в кучу всех диких гулей, мутантов и синтов, да запустить в космос. Блин, от души вообще. Хорошие слова. Ничего не скажешь. А, они уходят отсюда. Ну ладно, в любом случае, как бы, они реально помогли. Сами видите. Такое бывает, они приходят на помощь. Может быть, совпадение. Может быть, действительно помогают. Но в любом случае, даже если это совпадение, то это весьма полезное и прикольное совпадение. Я думаю, с этим невозможно не согласиться. Ну а внутри, тут нам уже, конечно, придется пользоваться атомным правосудием. Потому что здесь одни только болотники. Вся вот эта вот мерзость и гадость. Не нравится мне это, слишком тихо. Пресс. Вот был бы человеком, ты понимаешь? Тогда, может быть, тебе нравилось бы. Мне вот тоже много чего не нравится. Мне не нравятся эти задания. Мне не нравится помогать поселенцам. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся эти матросы. Мне вообще ничего не нравится. Но я это делаю. Поэтому и ты давай спускайся сюда и помогай, чем можешь. Только давай, лучше бы ты, конечно, помогал без слов. Но тут уж как получается. Заткнуть его все равно не получится. Как бы не хотелось. Yes. Так, тут у нас чё? Тут у нас ничего. Ну и ладно. Так, осушить станцию. Осушаем. Большой довольно-таки комплекс. Был полностью заполнен водой. Болотник с мягким панцирем. Еще один, да? Мы практически как ниндзя просто подлетаем. С прыжка как-то даже, так с разворотика молотком лупим. Так, ну стимуляторами, наверное, немножечко надо бы закинуться. И водичкой немного это запить. Опять турели? По звуку понял. Эх, привычка. Все не привыкну, что у меня на быстром доступе оружие есть. Зачем вообще в инвентарь лезть? Можно просто клацнуть. Я забиндил на единичку и двоечку. То есть нажимаю единичку, у меня молоток. Атомное правосудие. На двоечку. Винтовка. Забор. Теперь вы можете строить в поселениях садовую мебель. Отлично. Я как бы пока что только этим и занимаюсь. Строю садовую мебель в поселениях. Если вы не заметили. Полезно, полезно, конечно. Я уже полный круг сделал. Неизвестно только зачем, для чего и с какой целью. Можно просто продвигаться дальше, чтобы полностью осушить. Еще где-то? Хорошо. Где? Где ты стреляешь? Черт знает где вообще. Так, я активировал? Нет. Нет, конечно, отойди. Да, я активирую. Привык. Ничего не могу с этим сделать. Все равно лезу в инвентарь, чтобы сменить оружие. Это, знаете ли, дело привычки. Знахарский 10-миллиметровый пистолет.
Эти грязи-крабы нас заразили паразитами. У них глисты были на клешнях. Прям такие черви огромные. К сожалению. Не знаю только, как они попали к нам. В силовой броне. Немножечко нелогично, но с этим ничего не поделаешь. Вот тебе. Что-то еще яйца есть, да? Ну, пособираем, пока вроде бы перегруза нет. Турели опять. В принципе, даже и болотникам не особо приятно такое оружие. Радиационное, я имею в виду. Потому что такое оружие неприятно всем. Вообще, абсолютно всем. Оно никому не нравится. Так, я так понимаю, это последний рычажок управления насосом, да? Нет, еще не последний, еще нужно перезапустить. Ладно. Перезапустим. Без проблем. Получается все. Мы молодцы. Мы справились с этим заданием. И даже не погибли. И даже не слишком много ныли. Отойди. Раздражает. Это так, я по-дружески. Без злобы, знаете ли, так просто. Молотком ему по спине. Разочек. Ну, это обычное дело. Так всегда у генерала и его верного минитмена. Не верите? Можете посмотреть. А у любого минитмена спросите. Он вам ответит, что так и есть. Так, ну пойдемте сдадим этот квест. Дорогуша, как приятно снова тебя видеть. Тебе удалось решить нашу проблему? Ну, конечно. Да. Да, мэм. Такой джентльмен. Я просто обязана тебя чем-то наградить. Держи, мы поделимся с тобой урожаем. Я попрошу Гринни дать тебе скидку, если тебе нужно что-то еще. А теперь мне необходимо вернуться к работе. Ну, не совсем на это мы рассчитывали с вами, да? Мы хотели получить немножечко другое, ну да ладно. Престон. Пришло сообщение с того поселения, жители как-то умудрились отразить нападение супермутантов. Они опасаются, что супермутанты могут вернуться с подмогой. Отправляйся туда, пока не поздно. Ресторан Starlight, защитить поселение. Да, конечно, конечно, с радостью. Просто, блин, с улыбкой на лице и воодушевлением в груди, неся в... Что-то взорвалось? Неся в себе просто яростное пламя правосудия минитменов, мы двинемся защищать этот чертов ресторан Starlight. Без проблем. Ну, и кто вас обижал? Кто посмел вас обижать? И кто вообще здесь живет? Какой ненормальный? Здесь даже матрасов, наверное, нет. Поселенец, я надеюсь, ты нам поможешь. Конечно. Пару дней назад на нас напали супермутанты, их было немного, но они успели натворить дел, прежде чем мы их прогнали. Просто чудо, что никто не погиб, боюсь, они вернутся еще раз и друзей приведут. Где-то крышка мина взорвалась. Мы и в первый раз-то их еле одолели. Нам нужно укрепить оборону, мы будем рады любой помощи. Престон восторг. Отлично. Отлично. Я этого только и добиваюсь. Укрепить, укрепить. Блин, с чего укрепить-то? Четыре поста вам хватит. Я их вот так вот построю. Последний ставится даже и не хочет. Хорошо. Чё стоишь? На пост, бегом. Ты тоже давай. Не сочкуй. Чё там, сталь надо? Хорошо. Хватит? Или еще?
80%. Еще сталь надо. Хорошо. Разберем еще машины. А, дерево. Без проблем. Деревья разберем. Этого вам хватит? Так, кто там был самый умный? Ты? Давай на пост. Давай, давай, давай. Все? Отлично. Ресторан Starlight помочь защитить поселение. Без проблем. Давайте сюда. Кто хочет напасть? Где? С какой стороны? Это поселенцы только. Я думаю, с этой. Не знаю, почему-то кажется. Нет, там только детеныши гнусов. Значит, стой. Да, вон, бежит. Двоих уже нет. Ну и где остальные? Куда спрятались? Не вижу его. Где? Как его там вообще увидеть можно будет? Хорошо, троих уже нет. Это все? Серьезно, ребят, вы меня из-за такого пустяка сюда пригнали? Это правда все? Я думал, блин, тут какие-то серьезные будут люди. Супермутанты, я имею в виду. Даже не верится, мы победили. Без твоей помощи мы бы ни за что не справились. Минитмены пришли нам на выручку, и мы этого не забудем. 99 крышек. По-любому забил и дальше теперь нажирается. Да, Престон, есть что сказать мне? Есть еще работа, Престон? Я отмечу это место на твоей карте. Сходи, узнай, что им нужно. Мы должны... Да, да, да. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Какое это следующее задание? Узнать можно? Поселению угрожают рейдеры. Это где вообще? А, мы там уже были. Им уже угрожали рейдеры. Ну ладно, сходим. Посмотрим, в чем там у них проблема. Ну давайте, жалуйтесь. Чего у вас стряслось-то? Тебя прислали Минитмен? Я и есть! Блять, генерал, что происходит? Нас никак не оставят в покое, опять просто в восторге. Они крадут у нас еду и припасы, грозятся, что убьют. Да, классик. Мы знаем, где их логово. Ну, конечно. Опять вас двое. Кто вас... Да, да, я и правда хороший человек. Спасибо. Престон, я уже знаю, что ты так думаешь. Да, просто мне кажется, что ты не понимаешь, насколько отличаешься от других. У тебя тут кровь на шее. Вытри. Я думаю, ты знаешь, что со временем я начал уважать тебя и как лидера, и как друга. Большинство людей думают только о своих интересах, даже тех, кого и плохими-то не назвать. Но ты совсем другое дело. Ты действительно заботишься о других и стремишься помочь, не беспокоясь о своей выгоде. На, серьезно? Ты не верил? Да, серьезно. Рисковать жизнью ради других во имя правого дела, это очень многого стоит. Я просто хотел сказать тебе, что это единственное, что действительно важно. Ты делаешь этот мир лучше. Если это и правда, то во многом именно благодаря тебе, Престон. Именно ты научил меня, как стать лучше. Спасибо. Мне очень приятно слышать это именно от тебя. Хорошо. Хватит болтовни, да? Да, конечно, Престон. Давно хватит. Я хотел посмотреть, кто их терроризирует. Уолден Понд. Где это находится? А, понятно. Это болото. Ладно, отправимся, значит, туда на болото. Но сделаем мы это немножко позже. А все потому, что время серии уже подошло к концу. А это значит, что я вынужден с вами прощаться. Вы же подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем до новых встреч, дорогие друзья. А точнее, до следующей серии по Fallout 4. Всем пока. Ну что вы делаете?